Роботизированное глазное яблоко придумал южнокорейский промышленный дизайнер. Свое изобретение он назвал третьим глазом. С его помощью, зависимые от смартфонов, пользователи могут, не отрывая взгляда от экрана, идти по улице или в здание. Устройство крепят ко лбу, и когда голова человека опущена, оно открывает свое полупрозрачное веко. При приближении к препятствию на расстоянии примерно в 2 метра издается звуковой сигнал, который предупреждает об опасности.